И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.83. Давайте скелетом поперекладываем черепушки. Как это будет дело происходить? Заходим в Object Mode. Так, теперь выбираем персонажа и нужно голову отделить от тела. Заходим теперь в Edit Mode. Переключаемся вот на рентген. Сбрасываем выделение с персонажа и выделяем левой кнопкой мыши вот так вот голову. Жмем Delete на клавиатуре и вертексы долой. Так, следом, пардонте, Ctrl-Z, Object Mode. Давайте выберем персонажа и сделаем Shift-D, чтобы потом не закидывать. Ничего, что рука искривилась, это не столь важно. Выбираем опять персонажа первого и заходим в Edit Mode. Он уже выбран, жмем Delete и вертексы долой. Следом заходим в Object Mode, выбираем персонажа вот этого, заходим в Edit Mode, он тоже выбран, жмем Ctrl-I и вертексы долой. Итак, у нас есть теперь тело и голова. Можно это все теперь вот так вот поставить в видимость. Голову давайте вот так вот оттащим. И привяжем голову именно к геометрии. Вот так вот. Ну все, вот голова на месте. Единица на нампаде. Следом, что нужно сделать? Выбрать косточки и зайти в Edit Mode. И удалить вот эту кость головную. Delete Bone, она нам не понадобится. Опять же в Object Mode. И добавляем Add, нажимаем арматуру или Shift-A. Нажимаем арматура, добавляем, поднимаем ее до головы, ставим ей видимость во viewport, viewport display in front. Здесь уже попроще, сразу не заходим в edit mode, а просто выделяем голову и через shift вот эту косточку жмем. Так, Ctrl-P и жмем with automatic widget. Следом, что нужно сделать, у меня тут немного полигонов. Много, давайте уменьшим. Выбираем персонажа, если у вас такая же проблема. И заходим в модификаторы, Decimate. И еще больше уменьшаем полигонаж. Так, это чересчур. Где-то вот так вот. Жмем применить. Теперь персонаж будет мягче работать. Так, что тут с полигоном? Видите, сколько их? Давайте тут тоже добавим Decimate и немножко еще тоже уменьшим. Вот так, Apply. Ну вот, все подготовлено. Теперь нам нужно сделать анимацию. Так, сначала выбираем косточки. Я хочу ноги поближе поставить к персонажу. Так, еще ж. Раз обрезали, нужно же это все дело заново привязать к телу. Выбираем скелета, кости через Shift и Ctrl-P with Automatic Widget. Все связалось. Вот теперь выбираем косточки и заходим в Pose Mode. Так, теперь выбираем вот эту кость G чуть-чуть поближе и эту кость чуть-чуть поближе. Единица на нампаде. Так, вот эту косточку единица на нампаде и G ногу пониже. Вот так. Ну все, делаем теперь анимацию. Как сделать анимацию? Нужно, чтобы он брал свой череп и, короче, его ставил на соседнего скелета. Ну давайте попробуем. Выбираем вот эту косточку G. Переносим, R перекручиваем, семерка на нампаде, нампад под правой рукой, кто не знает. Перекручиваем, единица на нампаде и делаем R. Благодаря тому, что установлены вот эти вот слежения, повторение движения вот этой кисти, вот тут на эти косточки в прошлом ролике я показывал, можем кисть крутить и рука сама перекручивается, как нам надо. Так, теперь G. Подводим к черепу и жмем R. Тут вот вопрос в чем? Можно сделать, чтобы он снимал вот так как бы
черепушку, вот как-то так, и вставил. Ну, сделаем по-другому. Ctrl-Z будет брать он вот таким образом. Теперь мы что сделаем? Так. Давайте, наверное, чтобы поприкольнее было. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все это вернем назад. И поставим его в нормальную, просто свободную позу. Единица на нампаде. G. Опускаем руку, жмем R. И R можно сразу нажать. И G. Опускаем руку. И R кисть перекручиваем. Вот таким вот образом. Пишем AI. Так, череп, что я не выбрал, что ли? Так, ага. Через Shift еще косточку черепа сразу выбираем. И жмем A. И Lock Rot. Первый кадр есть. Ставим теперь на 10. И поднимаем G руку вот эту. Вот так вот ее раз. В такое положение R перекручиваем. И можем вот просто пока вот так вот записать. Ну, попробуем вот таким макаром. Сразу уложим руку. Вот что-то в таком духе. И попробуем подсогнуть пальцы. Вот пальцы теперь выбираем через Shift, вот эти вот фаланги. Вот так вот ставим и жмем R. Вот так вот. Теперь нужно вот этот палец тоже. Так, этот лежит нормально, но мы его чуть-чуть R подсогнем и как бы вот, вот так, чтобы вид был, что он правда тоже череп берет. Так, теперь что можно сделать? Ну, в принципе, нормально рука лежит. Смотрим, убираем видимость. Ну, все, все вроде пойдет. Так, единица на нампаде и прописываем вот этот кадр. А, И, Lock Rot. Вот такая штука. Вот, раз. О, нормально. Теперь на 20 кадре делаем, выбираем вот эту косточку и G вот эту. И вот так вот отводим в бок. Семерка на нампаде и R. Ну, как бы вот так вот перекручиваем. Чтобы вот он попал именно на скелета. Так, где-то вот по шее попадает, да? Пишем А и Lock Rot. Следом он убирает руку. Вот так вот. Так, надо, чтобы вот он поставил. Голова именно перекрутилась, или последний скелет ему голову кинет назад. Ну, давайте как-то таким образом. Так, что-то, если череп здесь, единица на нампаде. Можно потом просто отзеркалить. А, ну, давайте попробуем вот эти теперь. Shift D. Оттаскиваем вот сюда на 30 кадр. И их отзеркалим. Допустим, Mirror. Вот так. И G подставим назад до 50 кадра.
Так, это значит, он снимает. Неудача. Delete keyframe. Будем импровизировать. Так, единица на нампаде. Просто убираем тогда руку. Вот сюда. Только теперь давайте на 30-й кадр. G. Вот так. И R. Вот так вот. Перекрутим теперь кисть. И G ее вот так вот подставим. А этот череп на 30-м кадре нужно развернуть. R. Вот так вот. Получается А и локрот. Ну теперь, чтобы все это дело поймать, давайте сделаем вот что. Зайдем в Object, выберем вот этого скелета, сделаем Shift D, Ctrl Z, применим ему вот этот кости Apple, чтобы он не ломался. И попробуем его оттащить с помощью мов вот сюда. Вот таким вот образом. Вы видите, что череп чуть-чуть не достает. Так, а что это получилось? Shift D. Apply. У меня мышка, по-моему, хочет скоро приказать долго жить. Так. И вот так вот его к голове подставляем. Так, семерка на нампаде. Вроде все нормально. Но вот нужно теперь вот этого персонажа первого переписать. Через Shift выбираем все косточки по смот. Единица на нампаде. Так. Семерка на нампаде. Выбираем кадр, где находится вот этот череп. Это у нас 20-й. Выберем косточку руки и косточку головы. И G. Чтобы точно было. Вот сюда подставим. Вот так. А и локрот. И на 30-м кадре G вот эту голову подставим полностью к персонажу. Вот таким вот образом. А и локрот. Ну и смотрим. Ну вот, нормально. Уже нормально. Все. Теперь единица на нампаде, и нужно вот этого персонажа полностью скопировать, а этого удалить. Вот этот персонаж мы теперь delete удаляем. А вот этого все вот это. Ребра, кости, кости, голова. Делаем Shift D. И щелчок. И теперь его подставляем ровно к черепу. Смотрим с разных ракурсов, чтобы он точно сел. Вот так как-то. Единица на нампаде. Делаем Shift D, щелчок. И
подставляем это все к этому черепу теперь. Вот так вот. Ну и опять Shift D, щелчок. Подставляем. Смотрим. Нормально, единица на нампаде. Чтобы вот именно на уровне пола все ровно стояли и в бок никто никуда не уходил. Еще хочу сделать, чтобы скелет вылазил из-за этого, ну, из-за памятника. Тоже посмотреть, как это будет прикольно. Нет. Так, теперь Shift D, еще щелчок. Ну вот, пусть в этот раз будет 6. Вот так вот. Смотрим, что получается. Головами они вот поменялись. Вот так вот. Прикольно. Теперь нам нужен именно последний вот этот персонаж, который голову вот эту вернет вот этому гражданину. Давайте выберем его кости и кости вот этого черепа. Так, теперь делаем посмотр и будем делать только его. Так, как бы поприкольнее это все сделать. Вот здесь голова должна упасть. Вот это вот. G. И как бы вот что-то в этом духе. Пишем A и Lockrot. На 40-м кадре он должен взять и вот этой ногой. Так, пусть он еще сначала посмотрит на него. Единица на нампаде, голову выбираем. Так, тут нужно еще его голову выбрать. Пардонте, опять же, экспериментируем. Здесь вот теперь семерка, R, он поворачивает голову, и R смотрит вниз, вот так, на голову. А, И, Lockrot, Dance, голова падает, нужно еще как-то их здесь потом голову помягче прописать. Ну, пока не суть вопроса. Нужно понять принцип. Теперь, что он делает? Он немножко приседает. Так, Ctrl-Z. Выбираем вот этот позвоночник и выбираем косточку головы. Ну, также можно и руки выбрать. Вот так. И G. Вот так вот, G. Пишем A, I, Lockrot. Смотрим, что получилось. И вот здесь он должен голову как бы ударить, да? Ух ты! У него нога залезла на черепушку. Это не есть хорошо. Переписываем вот этот кадр. И ногу тогда R. G.
Вот так вот подставим. Пишем AI Lokrot. И вот здесь он должен вот эту руку приподнять. Вот эту руку G пусть он положит кенту на плечо. Чтобы это лучше видеть, вот эту вот отключайте функцию. Так, это G. G. Вот так вот он руку на скелета ложит. Потом можно этому скелету добавить, или чтобы они все повернулись в его сторону. Будет мороки, конечно, надо было сразу как-то, ну, не проигрывается это дело в мозгу. Теперь пишем AI Lokrot. И на 70-м кадре нужно отправить в полет эту голову. Так, вот так он. Выбираем ногу и выбираем голову. И вот так вот G. Пишем AI Lokrot на 80-м кадре. Выбираем опять же вот эту голову. G. Нога еще выше. Пусть еще выше. И немножко с разворотом вот так. Вот так. И голова тут уже пошла в полет. Вот так над ними, чтоб летело. AI Lokrot. Смотрим вообще, что получается. Так, вот здесь уже голову семерка на нампаде. Нужно R развернуть в эту сторону и вот так вот. AI Lokrot вот так. А этот тогда кадр. Смотрим вообще, если они рядом, как это все. Так, вот этот кадр тогда Delete Keyframe. Я рядом просто поставил. А этот G переносим. Так, теперь на 90-м кадре нога пошла вниз. R. Вот так вот. Это рука G как-то назад, а голова, так, R, G, G, голова, вот так. Становится этому гражданину на позвоночник, семерка на нампаде. Как-то вот так вот. И R, чтобы вот так стало. С заворотом. Теперь G. Вот так. Отключаем видимость костей. И G, чтобы попало на черепушку. Вот таким вот образом. Включаем кости.
И вот эта нога становится назад. Ну и персонаж выпрямляется. G. Вот так. Семерка на нампаде, и голову персонажу перекручиваем в нормальное состояние. Так. Руку нормально назад возвращаем. Единица на нампаде, и нога, вы видите, что была-то перекручена. Надо эти моменты запоминать. И G вот сюда ее. И вот эту голову R перекручиваем и смотрим, что с ней не так. G. Ее повыше. Во. Пишем пока. Так, вот эту косточку. Назад. А, и. Лок рот. И смоем. Вот он кидает голову. И теперь на сотом кадре вот эта голова, семерка, должна развернуться вот так вот. Пишем А, И, лок, рот. И вот когда голова поворачивается, нужно, чтобы вот эту руку персонаж опустил назад. Вот так вот. И теперь R ее перекрутил. Смотрим, что тут да как. Семерка на нампаде и R. Перекручиваем кисть. Так, вот эту кисть теперь G ставим на место. Выбираем вот эти косточки. Потом тазовую и голову. Единица на нампаде и G, немножко его выровняем. Во. Ну вот теперь нормально. Пишем А, И, лок, рот. Вот у нас получилось 100 кадров. Смотрим, что происходит. Черепушки стоят. Включаем play. Ну вот что-то в таком духе. Так, а вот здесь вот хорошо, что просмотрелось все это дело. Теперь нужно вот G и назад. Голова сошла с плеч. И немножко голову R. А, И, лок, рот. Вот тут еще непонятно, как делать. Это вот все, представьте, надо продумать все вот эти движения, чтобы потом копировать персонажей, чтобы у них были дополнительные, чтобы переделывать только последнего, допустим, персонажа, а у этих все было. Вот сейчас бы хорошо еще добавить, чтобы они все разом сели. Вот было бы классно. Ну так их не на каждого выбирать.
и чтобы каждый приседал. Или делать отдельную анимацию и уже потом копировать вот эти кадры и добавлять вот здесь вот, вставлять их. Вот что-то в таком духе. Бац, упала башка. На, забери ее. Так, давайте проведем эксперимент. Если сейчас мы выделим... Так, вот этому персонажу уже, в принципе, выделять ничего нельзя. Если снимать голову дальше, только теперь вот этот предпоследний снимает с этого. И пошли в эту сторону. Давайте попробуем вот такую штуку еще. Ох, какие белые стоят. Кстати, кому нужны вот эти вот, ну, скелет с ригом, я его отдаю, как и все свои вот эти вот персонажи с ригами, которые есть на канале. Так, теперь что делаем? Включаем видимость костей. Угу. И попробуем, если выбрать вот так вот кости у первого персонажа и зайти в постмод. Так, здесь у него... И у него тут эти прописаны. Вот в чем казус, оно и у этого что ли... А, это я через Shift не те выбрал. Так, Object Mode. Снимаем выделение, выбираем вот эти вот косточки и заходим в постмод. Так, вот у него голова становится. И если теперь вот это все выбрать, вот это все, сделать Shift-D, отвести на 110 кадр и, допустим, отзеркалить это все, да, mirror. Это маркеры. И попробуем G. Поставить на 110. Что будет происходить? Голова назад у него. Так, вот. А тут уже не прописана анимация, где он берет назад голову. Вы видите, в чем казус. Так, а это G. Ctrl-Z, Ctrl-Z. И получается Delete Keyframe. Это нам тогда не понадобится. Так, голова у него на 100 становится где-то, да? Давайте на 110 еще его переделываем. Вот этому персонажу. G вот так вот. R вот так. Кисть перекрутим. Еще раз перекрутим. И G. Вот так вот ставим 110, пишем А и Локрот. Вот так вот. Теперь что нужно сделать? Это на 110, значит, на 120 должен вот этот персонаж руку вытащить. Допустим, вот так вот, и голову его тоже выбираем. И зайдем в постмод. Это на 120 кадре. Он должен тоже поднять G руку. Или давайте, наверное,
Вот так вот сделаем, по приколу, чтобы было. Ну, так вот они могут каждый поднимать руку с задержкой. Ну, можно сделать, чтобы приколоться. Так, поближе кисть. Выбираем, значит, вот эти косточки и делаем вот так вот. R. Теперь делаем, выбираем вот эти косточки и делаем тоже R. Ну а теперь немножко их пооткрутим. Выбираем вот эти косточки, фаланги, через Shift левый клик и делаем их вот так вот. Так, теперь их тоже немножко перекручиваем. Бывает, что они вот так вот в бок уходят. Теперь вот этот палец R сюда. Все нормально. Этот как бы, ну, пока вот так сделаем. И вот сюда его R перекрутим. И немножко вот так где-то. Во. И еще немножко R. И вот этот R. Так, перекручиваем и опускаем, наверное, эту руку. G назад, R. Вот так как-то. И еще пониже G. Пишем AI Lowercrot. Вот он руку сжимает. И теперь на 125 выбираем только руку. И вот так он поднимает. R кисть перекручивает. Вот так вот. AI Lowercrot. Object Mode. И выберем давайте вот этот еще череп. Pose Mode. Переходим на 130-й. И вот так вот G. А это улетает череп, короче. А и локрот. И здесь он типа помедленнее, так медленно руку убирает назад. G. Вот так вот. А и локрот. И дальше еще вот так. Так, Ctrl-Z. G опускаем и перекручиваем назад. Конечно, еще можно пальцы расправить, ну, в расслабленном состоянии, типа ударил, и пальцы назад развернулись. Но я пока не буду на этом заморачиваться. Так, а вот эту голова G вот так вообще улетает. А, и Lowercrot.
Так, смотрим, что получилось. Голову подальше, чтобы не было видно, она в камеру не попадет. Итак, головами они меняются. Головы поворачиваются, голова падает. Он, ох, косяк. И бросает ее назад, этот руку поднимает. Опа-на. И вот он косяк получается. Это значит, вот на этих кадрах голова еще должна быть на месте, да? Значит, вот эту G назад. А, и локрот. Так, теперь голову выбираем только. Анимация же без головы делалась. Так, G. А, и локрот. И вот здесь уже пошел удар. Так. И вот здесь голова R. Так, Ctrl Z. Выбираем только голову. R. Перекручиваем ее как-то. G. И здесь она еще A, I. Локрот. Лететь должна. Вот так нормально. Так, а вот этот персонаж тоже должен руку как-то опустить, наверное. Давайте Object Mode. Теперь выберем только этого персонажа. Голову выбирать пока не будем. Так. Pose Mode. R. Вот так все ставим. И кисть перекручиваем. А, и локрот. И хорошо бы еще, чтобы вот этот теперь развернулся и в бошку ему дал, и чтобы все головы вот так вот постепенно улетали. Ну, это уже любая фантазия. Напомню, я отдаю от этого персонажа с костями. Кому надо, пришлю drop me файлом. О, а пусть он обидится, да? И вот на 170-м вот так вот взять, выбрать его вот так вот. И G. Вот так он садится. Так. Это колено сюда. Это колено сюда. Так, теперь R. Не понял, а этого почему башка движется. Ну, а что, тоже выбранное, что ли? Ну ладно, подкорректируем. Ни беда, ни суть вопроса. Так, и вот так вот G.
И вот так вот тоже F. И вот так вот немножко G. И вот эти руки вперед так раз. R. И G. Типа бошку ищет. G. Так, а с этим черепом что? К чему он привязался, ли? Это нехорошо. Так, пишем А, И, Lock Root, Object Mode. Что такое? Что это такое? А, он был выбранный. Печально. Так. Опа, как же он так привязался? Что-то зацепил я, значит. Так. Выбираем вот так персонажа. Посмотр. И вот эти вот кадры тогда delete. Keyframe. Все, вот он ударил. А этот на 150-м, а ну-ка, опять такая штука будет. Так, сначала, наверное, руку опустим. G. R. G. Так, по-быстренькому сделаем. Сколько там уже я времени ролик затягиваю, наверное. R. Вот так делаем. A, I. Lock Root. Теперь выбираем кисти. Выбираем через Shift позвонок и G. Так, почему же он тянет за собой этот череп? А потому что это череп его. О, вот такая штукенция. И он будет его тянуть. Ну, в принципе, можно было бы так сделать. Так, а что ж? Вот он привязан вот к этой анимации. Вот свой череп он снимает и ставит. И поэтому, когда он начинает приседать, вот это улетает не его череп. А здесь получается рядом череп вот этот, это его. И он будет следовать за ним, потому что он прописан в первых вот этих кадрах. Ну ладно, не суть вопроса. Было бы прикольно, чтобы он сел и искал череп свой. Но это можно отдельно сделать и состыковать анимацию. Так, что тут? Ну ничего, прикольно. Тинс. А вот этим всем можно тоже добавить динамику, чтобы они как-то там приседали по приколу, там, пока этот бьет череп, а эти приседают такие, ну, под музыку типа. Ну, вот такая штука. Пока вот такая анимация, можно, если вам интересно, можно уже будет с этим гавриком сделать
походку какую-нибудь, как, ну, уже как-то там падение, еще что-то. Если сделать какие-то части отдельно, вот руки, допустим, ноги, вот это все по костям привязать по отдельным, можно сделать даже, чтобы он распадался, рассыпается, а потом хоп, собирается назад. Было прикольно. Так, ну все, теперь рендер. И в принципе прикольная штука. А этот отомстил. Хоп. Классно. Так, ставим 150 кадров. 150. Enter. И вот с этим будет уже делаться рендер. Как рендер делать, я уже неоднократно показывал в роликах. Все, всем пока, до свидания.